Страны готовятся к празднованию главного праздника в году и любимого многими Нового года. Центральные площади сибирских городов уже украшены многочисленными огнями и шарами. В Бийске Алтайского края 3 года назад во время установки главной елки местные корреспонденты спросили у жителей, нравится ли им дерево, и получили очень содержательный и жизненный ответ от местного пенсионера. Мужчина отметил, что у него маленькая пенсия, ему не на что жить и нет никакого дела до елки. Видео стало вирусным и набрало миллионы просмотров в интернете. А про елочку-то скажите нам, елочка нравится? А я 10 тысяч пенсии получаю, 2 высшего образования. Получил пенсию 10 тысяч, 5 тысяч на карте, за что я живу? В этом году корреспонденты Федерал Пресс выяснили, довольны ли украшением городов к празднику жители Новосибирска и Барнаула. Обновленное световое оформление рассматривали как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет зимой 2022-2023 годов. В это же время Новосибирск станет новогодней столицей России. На световое оборудование планировали направить 3 миллиона рублей, которые комитет изыскал, перераспределив внутренние лимиты, сообщили в пресс-центре мэрии. В целом, по информации местных СМИ, муниципалитет потратил больше 20 миллионов рублей на новогоднее оформление города. Около 10 миллионов потратили на праздничное оформление театрального сквера, в том числе на заливку катка. 466 тысяч заложили в разработку брендбука проекта «Новосибирск. Новогодняя столица России». Улицы и елки украсили гирляндами на почти 7 миллионов рублей. Также закупили флаги на 330 тысяч. На поставку главной елки потратили около 800 тысяч. Стоимость светодиодной макушки составила почти 80 тысяч. Иллюминации и подиум обошлись в 430 тысяч рублей. Шары приобрели за почти 488 тысяч. В Барнауле власти планировали потратить почти 3 миллиона рублей на снежный городок в центре. По всему городу к Новому году развесили тематические открытки-плакаты. Столицу Алтайского края украсили живописные панно, а также различные надувные, ледяные, снежные и световые скульптуры. Традиционно по городу развесили светодиодные сетки, прожекторы, искусственные елки и другие новогодние украшения. В городе постарались уделить особое внимание въездам, площадям, паркам, аэропорту, ЖД и автовокзалу, а также прилегающим крупным торговым центрам территориям. Федерал Пресс в рамках спецпроекта «Глаз народа» опросил жителей Новосибирска и Барнаула и выяснил, довольны ли они украшением своих городов, а также главных площадей и елок. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, красиво ли в этом году елочка в Новосибирске главная украшена и в целом город? Знаете, мне кажется, что в этом году так же, как в прошлом году было. Mm-hmm. И город в основном мрачный, темный. И светло, и красиво, только, пожалуй, вот здесь, в очень маленьком месте, в центре. Mm-hmm. А то есть на других улицах города не ощущается праздник, правильно? Ну, я живу на левом берегу, я считаю, что я живу в центре левого берега, на Студенческой. У нас там вообще довольно темно и мрачно. И Нового года вообще не чувствуется. Мне кажется, елка украшена так же, как в прошлом году. Очень красиво, город яркий, весь в огнях. Новогоднее настроение только так выглядит. Мне тоже очень нравится. Я тут первый год, но и предыдущие не видела, но тем не менее вообще очень замечательно. Мне кажется, что в том году было в принципе все то же самое. Плохо, что нас украшает только правый берег, в основном как вот центр, площадь Ленина. А другие районы как-то очень мало, и даже праздничного настроения особо дома, допустим, ну, нету его. А так вот приезжаешь, сюда хотя бы какой-то праздник появляется. Как вы считаете? Нормально, красиво. Ну я вообще не местный, но вот приезжая сюда второй раз за месяц, мне все невероятно нравится. Такая сказочная, красивая атмосфера. Ну, как в произведениях Чайковского. Лично я надеюсь, что весь Новосибирск такой красивый. А в Бердске как? Ну, в Бердске с этим немножко скуднее, но тоже наша главная площадь украшена и выглядит потрясающе. Все красиво, но достаточно празднично только в центре. В прошлом году вообще не было гирлянд, в этом году хоть что-то есть. Вот. Хочется лучшего. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, хорошо ли Барнаул в этом году к празднику украшен? Создается ли праздничное настроение? Елки, мишура по городу? Да, конечно, особенно когда вечером проходишь, здесь играются все вывески, все гирлянды, и выглядит очень здорово.
Ну, относительно других городов, то, наверное, не очень. А относительно предыдущего года, ну, вот, например, красиво дерево светится. Это все. Мне кажется, наш город точно так же украшен хорошо, как в прошлом году. И лично на мое настроение это никак не влияет. А новогоднее настроение у меня есть само по себе. Я новогоднее настроение не ощущаю. Слишком мало украшений, только какие-то новые конструкции на главных площадях возводятся и все.